Добрый день! Сегодня проведем обзор двух емкостей для соусов, имеющих внешнее сходство и различные функциональные характеристики. Емкость Allegro объемом 340 мл изготовлена из плотного и прозрачного полимера. Клапан не является герметичным и открывается автоматически при наклоне. Такой носик оптимален для подачи масла, уксуса, соевого соуса или жидкой карамели. Оригинальная узкая форма позволит легко разместить такой соусник на дверце холодильника или на кухонном столе. Наверняка емкость Allegro станет незаменимым помощником в украшении блинов, десертов и мороженого. Гармония объемом 360 мл выполнен из мягкого полимера, который устойчив к окрашиванию и воздействию кислой или жирной среды. Крышка отвинчивается, и вот через такое широкое горлышко удобно заливать соусы в контейнер. Мягкие стенки удобно сжимать, чтобы дозировать содержимое. Крышка имеет откидной клапан, который фиксируется в открытом положении. Клапан надежно закрывается, поэтому в контейнере можно смело транспортировать любые жидкие соусы. Отверстие в крышке имеет силиконовую вставку. Содержимое контейнера у вас не прольется на стол даже в горизонтальном положении. Наполните контейнер вашим любимым соусом или перелейте в него сгущенное молоко, ягодный сироп или шоколадный мусс. Такие соусники великолепно дополнят бирюзовую коллекцию Allegro.